Опасно делать селфи. Тихо! Там в опасных случаях. На небоскребе, там, на крыше где-нибудь. Там с пистолетом вот нельзя. Вы уже все познакомились, да, с этой палкой, вы все знаете, что это телефон, что так делается селфи. Я хочу вас уберечь, что действительно крутое селфи не стоит ни поломанных ног, ни поломанных рук, ни тем более жизни. Вы всегда, когда хотите сфотографировать себя красивого, да, где-то в крутом месте, подумайте прежде всего о своей безопасности. То есть, там, не знаю, с какими-то животными страшными в зоопарке, не подходите к клетке, не думайте, что это классно, если вы сфотографируетесь, потому что это очень опасно. С оружием действительно тоже это подвергать риску свою жизнь не стоит. Кто живет, допустим, на высоких этажах, там, 9-й, там, 10-й этажи, тоже 22-й, не стоит вот так вот высовываться из окна, фотографироваться. Конечно. Правильно. Молодцы, ребятки. Еще кто знает, какие опасные случаи могут быть? Например, из машины выглядываешь с палкой селфи, угу. И делаешь селфи. Так нельзя делать, да? Да. Это можно выпасть из машины и удариться, да, или разбиться вообще. То есть вы так не будете делать, да? А молодцы. Еще можно, там, бывает, ну, можно в поезде там из окна или вообще на крышу поезда выбраться там сделать там. А там туннель где-нибудь и вот так вот. Или mm-hmm. за провода. Или за провода. Захватиться и ударить током. Ты на высоком-высоком этаже. Что ты делаешь? А как делать неправильно? А неправильно делать вот так вот, например, вот так вот, если тогда лучше поесть. А если встать? Если встать, если вот так, тогда очень опасно. Если вот так. Что может произойти? Сейчас можно упасть вниз.